Здравствуйте, дорогие мои садоводы! Вот, сегодня хочу вам снять видео, показать вам свои деревья, которые я укрывала на зиму. И вот хочу вам сказать, что вот это уже мешковину уже я снимаю. Сегодня, значит, 3 апреля. Видите, у нас еще сколько куча снега всего, но вот это вот первое, вот это вот укрытие, вот это вот я вам снимала, показывала, это мешковина. Я ее снимаю. Деревья у меня как бы пока все замечательно перезимовали. Вот, будем смотреть дальнейшего, когда будут листочки распускаться. Вот, и вот это вот кучечки я укрывала. Их только первый год, это осенью мы засаживали сад, закладывали. И вот эта вот земелька вот здесь, видите, по кругу, я ее буду чуть позже разгребать по сторонам. Сделаю такой, типа, как бы тарелочкой вот так вот по краям, чтобы поливать потом и ухаживать за ними. Вот. А пока я первую буду снимать, это вот эту мешковину. На всех кустарниках, вот их много, вот везде все они у меня. Видите как? Вот здесь еще. Вот они тоже, все вот эти вот кустарники, я буду как бы верхушечкой открывать. Это деревья. Итак, мои дорогие, я уже сняла все мешковину, все, обратите внимание, все деревья у меня вот с такими вот ниточками. Очень сыро, подходить прям невозможно. Вот они у меня привязаны, а привязаны они у меня старые, значит, простыни. Видите, как я привязала? Очень-очень удобно. Они не врезаются, свободно. Видите, у меня сколько еще есть. То есть я смогу развязать и еще прибавить. Всех больше мне нравится вот это вот устройство, скажем так, вот эти обвязочки. Вот так вот они у меня выглядят, деревья. Это яблоня у нас, красавица, замечательное яблочко. Декоративный микс, красота она и декоративная, и съедобная, и все тут. Все, ветер кошмарный. Работаем, опять сидим, работаем, опять сидим, идем в тепло, потому что очень холодно, а вот это можно было снять. Вот видите, какой ветер кошмарный. Ой, полный ужас. Ой-ой-ой, все. Ну все, с деревьями закончила я, девочки, все показала вам, что я сделала. Вот они все у нас, уже все проветривается. Голенькие, они все привязаны к таким вот палкам. Эти палки при посадке мы, они очень большие. Прямо снизу, прямо вот, когда ямы выкапывали, ямы, то прямо снизу мы ставили их сразу. Это нужно делать при посадке обязательно. Вот. Простите, мои дорогие, зеленушку пускайте мне, чтобы я уже спокойно была, что вы у меня прижились хорошо. Хотя вот сейчас, на данный момент, все, в принципе, все нормально, все. Деревья выглядят прекрасно, будем смотреть, что делать дальше. А дальше мы будем еще обрабатывать. Я следующее видео сниму, как я буду их обрабатывать. Всего пока!